Вот сейчас я вам хочу показать, как я почищу чайник, потому что он ужасно на стенках осел осадок и в самом чайнике осадок. И вот даже видно, что стекло грязное. Видно, что грязное стекло. Значит, чтобы очистить чайник от всякого осадка, который есть, я использую лимонную кислоту. Сейчас мы высыпем сюда лимонную кислоту. Вот она, лимонная кислота. Вот. И возьмем сейчас мы эту лимонную кислоту. Высыпем. Сейчас, секундочку. Высыпаем сейчас лимонную кислоту. Немножко в чайник высыпаем ее вот так. Ну, где-то щепотки 3. Вот так вот. Так. А теперь возьмем тут же, сразу же нагреваем чайник. И сейчас посмотрим, как при закипании у нас очистятся стенки чайника. И чайник станет красивый, без всякого осадка. Вот сейчас даже видно, как очищается. Вот потихоньку стенки чайника, смотрите, начинает очищаться. Видно, видно, видно. Сейчас вот при закипании смотрим. Как раз вот мы наблюдаем, закипает вода, и как будут стенки чайника сейчас очищаться, будет видно прямо. Вот сейчас смотрим на это стекло. Вот потихоньку стенки начинают. Так, добавим. Вот еще немножко, чуть-чуть осталось. Сейчас добавим мы еще воды. Дольем воды. Воды дольем сейчас. Вот так вот. И еще раз прокипятим. Уже видно, как очищается чайник. Сейчас еще раз прокипятим. Чайник будет совершенно чистый. Зеркально будет чистый. Самый лучший способ чистки чайника от всяких осадков, от всякой грязи. Вот мы уже наблюдаем, да, что стенки чайника чистые, прозрачные становятся. В идеале очищает лимонная кислота. Теперь будете знать, что чайник будет у вас зеркально чистым. И дно чайника будет зеркальное. Вот такая хорошая методика очищения чайника. Вот он кипит сейчас, вода. И смотрим, и смотрим, и смотрим на чайник. Смотрим на чайник. Он зеркально чистый у нас. Пробуйте дома, посмотрите. И вы увидите, насколько этот способ работает. Все чисто. И дно у чайника зеркальное. Зеркальное получилось дно. Вот так вот. Видно вам? Вот ни осадка, ничего на нем нет. Ни на стенках, нигде. В идеале. Супер просто.